Ну что, ребятушки, всем шаломчик, Артурик, как всегда, с вами на связи, подъехал гайд по голд фарму. Наверное, это самая актуальная тема для всех, где фарминг отлучит. Так что присаживаемся поудобнее, наливаем чаёку, ну и приятного просмотра. Также, ребятушки, хочу подметить, что на протяжении видео я сделаю вам кодик, и кто первый найдет его в видео и напишет в комментарии, тому я лично дам 5000 золота на любом сервере, там, где вам удобно. Но мы переходим, собственно говоря, именно к нашему фарму. Что нам нужно делать? Для этого, ребятушки, нам нужно выкачать в портняжное дело. До фула выкачивать нам не обязательно, достаточно всего лишь выкачать до 325 уровня. На 325 уровне у нас откроется сбор ледяной ткани. Это мы будем получать больше ледяной ткани с гуманоидов. Ну и после этого мы летим в следующую локацию. Это также у нас в ледяной короне, вот в пожарище. Так что для вас это будет буквально одна секундочка, но я сажусь на маунта на своего, кстати, маунт красивый, и улетел. Ну вот, мы подлетели к нашему споту, где мы будем фармить именно ту самую ледяную ткань. А будем фармить с вот этих вот мобов. То есть летаем по вот этому роуту, то есть тут мобов очень много, убиваете мобов и лутаете с них ледяную ткань. Ну а сколько уйдет времени, давайте засечем 10 минут и посмотрим, сколько же нам выпадет золота, опять же, и ресурсов за 10 минут.
И вот столько мы заработали за 10 минут. Сейчас мы слетаем на аукцион, все выставим на продажу и посмотрим, сколько мы выручили за 10 минут на фарме ледяной ткани. Вот, ребятушки, уже возле аукциона и выбил две книжечки, выставил мне, вышло это 12 золота. Выбил один осколок грез, это мне вышло 69 золота. Выбил абсолютной пыли на 80 золота. И также ж нафармил ледяной ткани, она мне вышла на 736 золота. Ну и субстанции великие, это мне вышло также на 18 золота. Так что, ребят, также ж имейте наложение чар, будете сами вещи распылять и получать за это золото. Но если нет у вас наложения чар, эти все вещи можете выставить просто-напросто на аукцион и получите, в принципе, ту же сумму. Ну а на этом все, ребятушки, получилось такое коротенькое видео, да, ну самое главное, но информативное, фармите, зарабатывайте золото и тратьте куда вы хотите. Также помимо этого хочу вам сказать, что у меня на стримах проходят розыгрыши золота каждый час и каждые 50 лайков, так что посещайте стримы, они 19.25 каждый день по МСК. Я надеюсь, все были внимательны и нашли код, так что если ты нашел его, напиши его в комментарий, напиши свой ник и сервер, и я тебе отправлю 5000 золота. На этом все, с вами был Артур, подписывайся, ставь палец вверх и нажимай на колокольчик. Услышимся. Покедова.